Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Олександр Гамоля. Добрий день. Аграрії Гомельщини до кінця тижня планують повністю завершити уборку зернівих і зернібобових культур. По оперативних даних на сьогоднішню раніцю у регіоні намолочено каля 1 мільйона 25 тисяч тонн збожжя. Лідерами жніва 2016 з'являються механізатори Будокошальовського і Решицького району, агульний намолот яких складає звише 200 тисяч тонн. До речі, у господарках Будокошальовського району означена і висока ураджайність – амаль 35 центнерів з гектара. Перша ж по гэтаму покашику у Житковицькому районі – 38,6 центнерів з гектара. На даний момент уборочная повністю завершена у 6 районах. Гаворка об готовності школ до нового навчального года, якості едукації і кваліфікації наставників пойде сьогодні у програмі «Діалог». Своє питання можна задати начальнику управління едукації Гомельського облвиконкома Сергію Порошину. Поважані телеглядачі, звертаємо вашу увагу на те, що програму «Діалог» можна побачити у прямому ефірі сьогодні на телеканалі «Білорусь-3» у 19 годин. Номер телефону у студії 77-68-45. У Луєві завершає роботу обласний профільний міжведомосний воєнно-патріотичний лагер «Патріот». Його удільниками з'являються 40 підлітків, які потребують повищеної педагогічної уваги і в основному знаходяться на різних видах уліку. Олег Сінцюров поцікавився ефективністю роботи лагера. Поняття тяжке, відьми широке. Відносно до підлітків, це і неуважливі, і непослухмяні, і недисципліновані. Хоч назвати їх зламисниками все ж таки нельга. Психологи кажуть, що тяжкі вони по той причині, що їм самим у житті приходиться нелегко. Кожен день у міжведомственном воєнно-патріотичному лагері починаються з ранішньої зарядки. На цей раз її проводить особисто начальник районного відділу внутрішніх справ Володимир Буховцов. Былий десантник не просто проводить розмінку, а й демонструє прийоми рукопашного бою. Повторити усі рухи у підлітків не отримується, тут потрібна метанакерована тренування. Після закінчення зарядки вони признаються, у Лойві їм сподобається, але спочатку життя у лагері уявляли крихту інакше. Предложили, я согласився, потім ми приїхали. Спочатку не понравилось, потім почали везде ходити, ну, мені понравилось. У воєнно-патріотичний лагер у Лоєву запросили не тільки місцевих підлітків, але і їх ровесників з Хонінського, Гречицького і Брагінського районів. Коли не звертати увагу на необхідність заховання дисципліни, життя тут практично як у санаторії. П'ятиразове харчування і проживання у покоях по 2-3 чоловіки. Правда, з уліком того, що некоторі підлітки потребують до себе повищеної педагогічної уваги, шмат вольного часу не предугледжується, навіть поход у краму і той тільки разом з вихователями. За 9 днів, зрозуміло, характер чоловіка не переробиш, але поліпшити його можна. К концу зміни вони вже становяться у нас дисципліновані, вони вже підчиняються нашим требованиям. Тобто вони розуміють нас вже, можна сказати, таки навіть з полуслова. Вони бачать навіть... Как я, например, с ними нахожусь на протяжении 9 дней, они видят то, что я уже даже по моему взгляду, что я от них хочу и что я от них требую. Их дисциплину, чистоту, порядок. Кожен день у міжведомственном военно-патриотичном лагере присвячено ознайомлению с деятельностью одной со службы Луевского района, пограничников, установ культуры и милиции. Милиция увогуле та сфера, за якой некоторые удельники лагеря сутыкаются в основном у якости порушальников. Правда, зараз усе по-іншому. Можно и спецтехнику у руках потримать, и с супрацовниками специфику их работы обмерковать. Урешті задача правоохранных органов сегодня не только покарання, але и профилактика. У районном отделе внутренних справ увогуле упевнены. Дрянных детей не бывает. Недопрацовки дорослых. Детей трудных не бывает. И сложных детей не бывает. В основном это наша вина родителей, наша вина взрослых, что мы детям не рассказали, не объяснили, своевременно не предупредили. Олег Сентюров, Игорь Марченко, телерадиокомпания «Гомель», Злоева. 15-годдзя з дня свайго заснавання значыла радыёстанцыя «Гомель-ФМ». Да знакавай даты быў падрыхтаваны святочны эфір, які працягваўся з самай раніцы і да вечара. Вядучыя ўзгадвалі гісторыю развіцця радыёстанцыі і, як заўсёды, даравалі ўсім слухачам прыемны настрой. Настасія Кучынская з падрабязнасцямі. 15 гадоў таму, 14 жніўня, у Гомелі, вось з гэтай студыі на Пушкіна 8, выйшла ў эфір першая рэгіянальная музычна-забаўляльная радыёстанцыя «Экспрэс». Яна вызначалася асаблівай душэўнасцю і інтэрактыўнасцю і была настолькі папулярнай, што мела нават свой фан-клуб.
вообще подстраивались под слушательскую аудиторию, под то, что ей интересно, и музыка была соответствующая. Вообще музыка была разная, разнообразная, я бы так ее назвала. Но слушатели нас очень любили, действительно был очень большой фан-клуб, и приезжали к нам даже сюда, на Пушкина 8, привозили нам подарки и еду. Вот запомнила я почему-то этот момент, было очень много таких народных акций. Прикладно про 7 годов команда «Экспреса» отшула необходимость коренных змен. Новому часу потребно было іншое радио. И 1 кастрычника 2008-го радиостанция з'явилася на ранейшей хвале 101.3 под брендом «Гомель-ФМ». Добрый день. Здравствуйте. Она стала больше модной и динамичной, с вызначенным форматом и поглядом на життё. Такой она застается и зараз. 15 лет сегодня исполняется радиостанции «Гомель-ФМ». Отмечаем эту серьезную, на мой взгляд, дату. Воскресенье, 14 августа. Вместе обсуждаем, вместе вспоминаем, как все начиналось. Вспоминаем самые серьезные случаи здесь и сейчас. У 2012-м великий опыт и постоянный творческий пошук дозволили добро зладженному коллективу ожитявить новый проект. На уже иснующей базе выросла радио «Гомель Плюс». И оно, до речи, у многим подобно на колишний «Экспресс». Это станция для тех, кто добро памятает песни 90-х и нулявых, для тех, кому важная душевность и интерактивность. Прошло 15 лет, и мы можем уже, оглядываясь назад, смотреть вперед. Получается как? У нас есть радиостанция «Гомель-ФМ», радиостанция «Гомель-Плюс». Аудитория может нас свободно слушать в интернете, свободно слушать в эфире. И теперь мы работаем на ту динамичную аудиторию, которой интересно узнать новости региона, популярные тенденции, услышать интеллектуальных разноплановых ведущих и получить удовольствие от самого эфира. Настасья Кучинская, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Вядомая класічная джазавая кампазіцыя, таксама сучасная музыка ў адпаведнай апрацоўцы. У Гомельскай абласной універсальнай бібліятэцы імя Леніна адбыўся канцэрт «Мой саксафон, які гаворыць». Вероніка Варашыліна з падрабязнасцямі. Концерт «Мой саксофон, який говорить» собрал у стену Гомельской областной универсальной библиотеки имени Ленина аматоров прыгожей мелодичной, а местами довольно ритмичной джазовой музыки. Свою творчесть на слух жыхароў и гостей города над Сожем представили молодые, талиновитые гомельские музыканты, саксофонист Иван Бартновский, гитарист Алексей Лукьянов. Подчас концерту яны выконывали композиции в стиле джаз, соул, фанк. Глядачы пачулі як вядомыя класічныя творы, так і сучасную музыку, перакладзеную на мову джаза. Мне очень нравится этот концерт, потому что тут присутствует разная музыка в их исполнении от джаза, блюза, фанка до классической музыки. И я хочу сказать, что это очень круто для нашего города, потому что у нас очень мало развития в этом пока направлении идет в джазе. Здорово, что проводятся такие мероприятия, потому что сейчас необходимо, чтобы люди узнавали музыку прошлого заново, молодежь пыталась как-то влиться в искусство прошлого. Очень интересно, что современные композиции исполняются в данной манере. Треба означать ширым дякую с боку глядачов стало то, что все творчее мероприемство сопровождалось шлейфом гучных аплодисментов. У целом джазовая музыка зараз распаусюджена и запотребованная у многих краинах свету. Менавіта таму творчий дует Ивана Бартновского и Алексея Лукьянова мая намер и далее протягивать ладить подобные концерты, кабы на Гомельщине притягивать цікавость громадскости до неповторной и шматгранной джазовой музыки. Во всем мире джаз распространен и очень сильно востребован. В частности, здесь, в Беларуси, многим людям, особенно молодежи, они джаз не воспринимают, не так сильно. Но они воспринимают очень хорошо другую музыку, производную от джаза. То есть это диско, фанк, им очень нравится. Мы, на самом деле, только начали этот проект. Это новый проект абсолютно. Буквально, наверное, месяц, как мы начали играть, репетировать, заниматься, как-то вот что-то создавать новое. И поэтому, ну, есть уже много, да, предложений различных, как бы будем играть где-то, будет какая-то информация появляться. Я думаю, что можно будет увидеть в афишах. Вероника Ворошилина, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Поважаные глядачы, с завтрашнего дня на телеканале «Беларусь-3» с 19 до 19.50 глядите передвыборное выступление кандидатов у депутаты Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь 6-го скликания. С 19.01 до 19.25 вы увидите выступление кандидатов по Гомельской юбилейной окрузе номер 31, а с 19.25 до 19.50 кандидатов по Гомельской сельмашевской окрузе номер 32.
І на гэтым наш выпуск завершаны. У студыі працаваў Александр Гамуля. Усяго вам добрага і да сустрэчы ў эфіры.